Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Зомби Кэтчер. Охотники на зомби. Так, у нас 21 тысяча монет. Тут что-то такое новое. Напугай зомби. Оказывается, если ты зеленый и метр с кепкой, зомби тебе боятся. Напугай этих зомби. Че? О, друзья мои, новый уровень. 25-й. Так, улучшение, 2 плутония. Что это за... конфетные шашлычки. Улучши зомбовыжималку, чтобы получить больше монет и увеличить объем партии. Улучшить зомбовыжималку и продать что-нибудь 600 штук. Сейчас я ее улучшу, друзья. Вот так вот. Угу. Так, жиробас, иди качайся. А жиробас пошел качаться. Так, синюшник сюда загоняем. И... да, я понял. Зомби найдены, друзья мои. Зомби найдены. И я пошел сразу же с лету их ловить. Ну-ка, хлопчик, покажись. Так, я понял, напугать это, ребята, означает... это означает, что он просто выглядывает. Твою налево. Ага. Сруль Соломонович получил свое. Так и будешь. А тут, по-моему, жиробас у нас. Типа он меня не видел, да? Такой выглянул, такой по сторонам. Так, так, типа, ага. Рэя нету рядом, можно вылететь. А он-то здесь, тут как тут. С гарпуном наперевес бежит уже. Сломя голову. Тут-то кто? Иди отсюда. Слушай, ну довольно изичное у ребят задание. Напугать зомби. Довольно изичное. Все, я прошел. Так. Хочу уже быть не ассистентом капканчика, а хочу уже быть самим капканчиком, если честно. Так, я в кафешку забегу быстренько, ребята, на... поставлю на прокачку. Так, сейчас глянем, что у нас тут есть. Угу. Так, 40. Ну, тут, наверное, вляпаем. Да и вот тут сделаем тоже маленько, да? Блин, у нас с тобой, кстати, на болоте очень много. Здравствуйте, приехали. У меня что, тут все три дрона? Ну, точно, ребят, все три дрона. Иди на пляж. Сидит тут, понимаешь ли, мне. Ловит непонятно чего. Но... жирный, я рад тебя видеть. Даже не поверишь, как очень даже рад. Желтуха. Желтуха появилась. Друзья. Ну и что там? Синька чмо. Синька чмо, желтуха. Кого еще только не назвали. Да, конечно. Молоточки можешь там где-нибудь у себя под подушкой держать. Ну, желторотик, на тебе. Все, друзья мои. Как с кустика. Как с кустика, дорогой. Эх, 27 жетонов уже. 27, друзья мои, жетонов. Так, что мы можем с тобой еще тут зафлудякать? Вот сюда забомбим. И сюда. Прекрасно. Просто, ребятушки, прекрасно. Ну, а теперь мне, конечно же, нужно... а что это? Вот у нас только на 88 зомбарей? Вот это что у меня там? Зомби пойманы. Всего лишь на... такое маленькое количество. Мне не нравится. Мне не нравится такое маленькое количество, ребят. Так, сейчас будем ловить. Опа! Как их, а? Сквозануло. Ребята, а почему я теперь без костюма бегаю? То в костюме бегал, то теперь костюм куда-то у меня делся. Куда он делся-то? Где мой любимый костюм? Полянки.
Слишком много синих чмошников. Вот это уже наш клиент. Спасибо за гаечку. Спасибо. Так, ну что ж, зомби пойманы. И теперь нам придется ждать, я не знаю сколько. Так, а мы что-нибудь можем сейчас вот сейчас вот сделать? Там, например, босса не можем ловить. А, у нас вот что есть. У нас вот что есть. Так, у меня пуха. Какая пуха? У меня пуха сетка. Да, к сожалению, только сетка. Это кто такой? Серьезно? Ах, засранец, тебе повезло. Я сейчас шкуру бы себе снял бы, а? Побежал он там, понимаешь ли. Сейчас, друзья мои, я им... Ах ты! Ты посмотри... Говнюк мелкий, а? В бочку спрятался и... Твареныш. Снежками они еще, понимаешь, тут бросаются. Зомби, блин, бросаются снежками. Я был... Вообще борзели, блин. Блин, если бы я знал, капкан бы там поставил бы. Кто там воет-то все? Где еще волчар, что ли, где-то? Нет? Достал уже. Так, давай мы сюда капкан. Да куда ты, что ты делаешь? Ага. Срулька. Так. Следующий. Не убежал, щеглазады, не убежал. А, блин, мозги кончились. Да ну так нечестно, ребята, блин. Он улетел, он, блин. Просто взял и вниз слетел. Дурачок местного разлива, а. Кинули меня на бабосики, да, грубо говоря. Так, ну что, ребятушки, 3 минутки надо будет подождать. Я думаю, что подожду. Так, тут 4, 4, 19, 38, 8. Я ведь могу что-то улучшить же, да, друзья? Фига мы давим, смотри. А. Это понятно. Это было мимолетно. Я думал, ничего себе назвал. Давить начало. Давилочка наша. Целый час. Тут целый час будет. 45 тысяч. Так. Ну, у нас 26 уровень, ребята, здесь откроется новая зомбодавилочка, я тебе скажу. Вот. Через 1,5 минутки. К сожалению. Так, через минутку, да? С небольшим. Знаешь, что я скажу? Наверное, вот эту тоже на пляж отправим. И нам нужно будет с тобой получить 32 уровень. 32 уровень будет, ребята, заморозка какая-то. Я думаю, там будут зомби в меня бросаться этими комочками. Хотя, ну да, скорее всего, так и будут. Вот в лагуне, говорят, мне уже написали. Хотел сказать, телезрители.
телезрителей. Подписчики сказали, один из подписчиков сказал, что здесь будет полный писец. Не знаю уж насколько. А тут такой Чайнатаун, понятно. Ну да, шоу, снег. Снежная, блин, долина. Ну сколько там нам осталось ждать-то? 45 секунд. Потом следом еще сразу же события, да? Ну, долго, конечно, долго, ребята. Приходится ждать здесь. Но я сделать ничего не могу. От слова совсем. И надо нам напугать еще трех зомби. Всего-то трех зомби, да это плевое дело. И зомби-лимонад. Какой зомби-лимонад, если это желтуха, ё-моё? Зомби-смузи. Нет, это синька-чмо. Недоделанный, как его, плотник. Коротконогий засранец. Жирный оборванец. Бабка. Деловой зомби. Зомби прикрой задик. И зомби с петардой. Ну что, все? Где зомби-то? Во! Пошел я, ребята, ловить. В своей ковбойской шляпе. В деловой. Я же шериф. Шериф Джейсон. Или Джонсон. Он испугаться успел? Он даже не успел испугаться, ребят. Этот успел. А тут даже не успел, ребята, и шугануться, как его уже на каркалыгу взял. Синькачмо. Ать. Он успел? Да нет, что-то не увидел я. Так, змея. Сгинь. Нечистая. Серьезно? Ты серьезно? Куда разогнался, а? Труфальдина из Бельгана. Бежит он уже, наяривает ластами. Ой. Нет. Есть. Я тебя сейчас пожру. Мозги не для этого добывали, чтобы ты жрал тут. А того хорошо, ребят, поймал, а? Прям возле экрана. Прям чпок. И все, ребят. И ничего он сделать не смог. Так, ну что, нам тут подождать чуть-чуть. А, уже найдены. Уже найдены, ребятули. Что это такое? Не надо мне этого. Я иду на пляж. Я иду на пляж. Так, гарпун. Проверим. Угу. Что-то мне подсказывает, что здесь будет серфингистка. Ну так оно и есть. Зря капкан только потратил. Знал бы, что так. Ну, откуда я мог знать, ребят, что ее так быстро здесь возьму на каркалыгу. Выглядывай давай. Смачно? Смачно. Так, подожди. Хорош. Ждем. Убежать он собрался, а? Кишка слаба бегать от меня, сосунок. Правильно, полезай в корзинку. Там тебе самое место. Так, ну что, я поймал. Так, во-первых, давай вот это сделаем еще. Получить награду. Но жухаем. Ну, нормально. 500 монет и две гайки.
Сколько там чего? 209. Жирного всего выдоили, да? Полностью. Без остатка. Так. Значит, что мы можем сделать? Ну, вот сюда загрузить. Два шляпника. Сюда. Синька чмо. Желтуха. Блин. 216 из 600, да? Ну что, ребята, 5 минут придется подождать. Никуда деться я не могу. Так, ну что, друзья мои, продолжаем. Я подождал специально подольше времени, чтобы побольше у нас, как говорится, было найдено зомби. Но где? Кто? Обнаружен. Так, пошел ловить. Побежал. В припрыжку, я бы даже сказал. Так, подожди. А, слушай, это просто, я думал, что это, знаешь, этот, пугало прячется там. Но ничего подобного здесь нету. Так. А ну-ка. Понятно. Я думал, что у меня есть. А у меня нифига, оказывается, не было. Понимаешь? Так, дай-ка, наверное, ее отсюда вот. Дыневые зомби, на. Так, а здесь кто у нас? Арбузный. Ну, дыневый, арбузный. В общем, вы поняли. Так, здесь что за пройдоха? Тот и оно, будь знать. Подожди, давай мы, наверное, на всякий случай здесь один капканчик бросим. Все. Блин, а вот это плохо, ребята. А вот это плохо. Куда это меня, куда это меня так мотыльнуло? А ну-ка давай. Блин. Должна пойматься. Да. Как нефиг нафиг, ребят. Ну и прекрасно. Такс, давай-ка мы загрузимся быстренько в кафешечки. А мы в кафешечки загрузимся. Также рабас на прокрутку. На прокрутку становись, на прокрутку становись. Так. Пока все. Ловим дальше. Давай, поехали. А что у нас на этом-то? Странно почему-то. В тот раз у нас был, а теперь у нас нет. Там, может быть, у нас только ковбойская шляпа осталась. И все. Поменяли мы оружие с тобой. И посмотрим, что за фикус ныкается здесь. Ну, понятно. Оп! Стоило только ей поднять. Тихо, не упади, главное, туда, речка, то будет бо-бо. Блин, я вот ненавижу, когда вот так вот происходит все, а. Очень много этих зомби здесь. Так. Этого я нахлобучил. Угу. Что и требовалось доказать. Что такое? Блин, мозги закончились. Е! Нормально.
Нормально. И последний. Куда разогнался птенчик? Побежал он уже. Да, друзья мои, 32 жетона мы уже набрали. Так, а сколько нам ждать? А, у нас и там все найдено, да? Оки-доки. Так, друзья мои, ну, в принципе, мы... Я думаю, что мы додавим сегодня. И апнемся. Додавимся и апнемся. Ловить. Ловить. Здесь у нас идут... Зачем ты капкан туда бросил? Ну, блин, ну, Рэй, ну ты даешь, а. Ну, выглянул же. Не получилось у тебя, парень. Не получилось, извини. Ты слишком медленный. Синька чмо, получи свое. Так, что у нас тут? А что у нас тут? Коротконогий синий брюх. На самом деле это фиолетовый, ну. Хотел молотком мне уже пригвоздить. Но я на опережение стреляю, ребята. Я как ковбой Мальборо. Пи-пиу. И все. Один выстрел, 6 дырок. Так, ну что, нам остается только лишь, наверное, подождать. Или что? Отжим же идет. Да, друзья мои, отжим идет очень великолепный. Так. 535. Ну, в общем, сейчас. Сейчас мы с тобой, скорее всего, все это дело сделаем. .542. Плюс у нас тут еще бабульки капают. Отбоя, я смотрю, у нас тут нету. Газировка на столе просто ломится. Да, шикарно. Устроились мы здесь. Я надеюсь, мне хватит, ребята, додавить коктейли-то. Это будет не очень приятно. Если не хватит. Ну смотри, тут 25 тут, это уже 50. Да хватит, друзья мои, с головой. Да, да, хватит. Плюс у нас там жиробас еще додавливается, 25, здесь десятка. Так что вполне, всего лишь 20 коктейлей нужно сделать. А я смотрю, у нас там еще и на столе к тому же коктейльчики лежат. Так что все, очень даже неплохо. Ну что, давай еще 10 коктейлей продаем. И, друзья мои, обгрейдимся. Давай, 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 продавай. Но последний есть. Повышаемся, друзья мои. Ух ты, ух ты. Он что, тоже с ранцем? Он тоже летает, что ли? Я не пойму. Ага. Покупаем, друзья мои. Крем-коктейль. Хм. Эй, бат, а у роботов есть аллергия на морепродукты? Не-а, только аллергия на морскую воду. Вот так вот даже, да? А ловится он где? А ловится где этот... Воу, у нас, кстати, друзья мои, зомбо-босс. Бабка ты корявая, а. Поймать бы тебя... Ноги бы тебе... Она, видишь, она... Да ядрё мотор... Тут еще надо... Да не, в свинью ты бомби, в свинье в жопу когда даешь, ребята, она ускоряется. Вот в бабке, да. Ну! Ну зачем ты свинью-то? Ну! Рэй, ты серьезно?
Тьфу ты твою налево, блин. Да вот это надо, ребят. Ну это не дело, блин. Ну сдаюсь я, фигли. Фигли делать. Не поймал я. Так, на вкус как просроченные морепродукты. Сочность 1. Что-то мне кажется, что этот охламон у нас находится где-то на пляжике. Да зачем ты сетку-то бросаешь? Ну, болван. Поменяй ты оружие твою налево. Так, арбузный... Ой. Поймал. Ой. Да ну, блин! Все, я расстроился. Я расстроился, друзья мои. Ну, это пипец просто. Да ты-то куда еще сматывается? Он от меня бежит там довольный. Далеко не убежишь, как говорится. Кто тут? Опять ты, а? Но на этот раз она не убежала. Я пригвоздил ее просто сразу же. Угу. Деревянная броня не спасет вас, ребятушки. А вот и этот охламон, ребята. Вот мы его в первый раз и поймали. Блин, карга, конечно, одна убежала у нас. Это плохо. Плохо, что она умотала. А сколько таких нужно нам? Два. Нам таких нужно два. А у меня только лишь один. Так, ну что, дорогие друзья, давайте мы тогда на сегодня будем закругляться. Наверное, да? Да. О, с этими-то будет проблема у нас. Они где? Они у нас, ребята, на болоте. Поэтому идем сюда и отправляем один из агрегатов на болото. Вот так вот. Все, друзья мои, давайте на сегодня будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!